Всем привет! С вами Крошик Дэй, и сегодня у нас будет распаковочка вот такой вот куколки Лол Сюрприз Хэй Сис. Вот это ее сестренка. Это твинс, то есть близняшка. И сейчас мы придем домой и ее откроем. Вот мы уже к дому подходим. Здесь 15 сюрпризов. Фэшнс аксессуары, то есть типа модные аксессуары. Вот такая вот куколка. Вот такие вот ее есть виды. Раз, два, три, четыре. Вот здесь надо отлить и вот так вот открыть. Здесь, смотрите, какие-то I'm in between, but right there I wanna be. Ничего не поняла, но очень интересно. Так. Здесь написано Hey Sis, это ее сестренка, но она не такая желтая, потому что это на камере. Она желтая, она вообще не желтая. И вот здесь вот такая вот надпись Hoops Cutie, то есть ее зовут Hoops Cutie. Это первая серия Twin Fashion Doll Hoops Cutie. Ну что, давайте распаковывать. Мы уже почти пришли домой. Вот наша куколка, сейчас мы ее откроем. Так, надо ее вот так потащить. Можно так сказать. Здесь скотч. Смотрите, вот здесь скотч. Сейчас мы его должны открыть. Вот мы открыли куколку. Смотрите, у нее здесь вот такой вот альбомчик. Hoops Cutie его зовут. Вот здесь Lol Surprise Twins. Здесь написано. Вот она и все про нее. Потом у нас первый пакетик. Подставочка, на котором она стояла. Подставочка, чтобы она стояла не на вот этой штуке, таковничке. Вот наша сама кукла. Сейчас мы должны оторвать. Так. Вот. Мы оторвали. У нее вот такие вот волосики. Смотрите, у нее здесь можно вставлять сережки любые. У нее вот такие вот красивые. Привет. Смотри, у нее здесь такой вот топик. И вот такие вот штанишки очень модные. Так, дальше у нас идет ее кровать. Так, вот кровать. И сюрпризы. О-о-о, как вылетели все. Смотрите, вот два сюрприза у нас таких. Здесь показано, что здесь обувь и какой-то неизвестный элемент одежды. Смотри, потом надо вот эту штуку оторвать. Так, так отрываем. И здесь можно вытащить из ящички. Давай каждый ящик распаковываем, вот, смотрим, Алинка. Давайте, да. Все, вот там ничего нету. Вот здесь вот. Вот такая вот кроватка, у нее выдвигается один шкафчик. Это кроватка, книжный шкаф. Вот, я уже вам показала. Вот такая вот очень красивая кудрявая куколка. Переходим к ее аксессуарам. Так, у нас есть 4 сюрприза. Так, давайте откроем первый с обувью. Здесь написано 5 размер. Что-то маленький. Так. Вау, я уже вижу, немножко вижу. Вау, какие красивые. Вот такие вот ботики, обувь такая, с розовой подошвой. Вот, пока мы сюда положу. Коробочку мы оставим, здесь будет храниться ее обувь. Так, потом следующий сюрпризик. Так, где он открывается? А вот здесь. Так, где он открывается, ребятки? Так, он вот здесь открывается. Так, вот, мы открыли. Вот, раз сверточек и два сверточка. Первый сверточек открываем. Смотрите, там вот такие вот моднячие очки. Так, дальше вот такие обалденные сережки. И... вот такая вот очень прикольная расчесочка, чтобы причесать куколку. Вот такое вот ожерелье. И телефончик с ее красочками. Так, да, здесь еще какой-то сверточек. Давайте посмотрим, что там.
Здесь он не пустой, потому что он, кажется, как будто он пустой. Так, что же там? Так интересно, слушайте, ребятки. Все попадало. Что это? Это на пальчики одевается. Это кольца? Это кольца. Четыре колечка. Так, давайте все мелкие части. Все золотое. Да. Давайте положим все мелкие детали сюда, чтобы они не потеряли. Аксессуарчики. Да, аксессуарчики. Очки надо одеть. Вот. Йоу. Йоу. Так. Потом. Сережки такие. Я вам показывала. И вот такой вот. На шею. И вот такие вот два кроссовочка. Так, и ложим очки. Все. Маленькие аксессуары положили. Потом вот здесь такой вот. Мне кажется, это бутылка. Нет, это сумочка! Вау, он красивый, розовый, он еще скрывается. Вау, она в форме шарика лол и в форме шарика баскетбольного. Ну, не знаю, что она баскетболист. Ну, да. И последний пакетик. Что это? Это вот такой вот костюмчик. Это топик. Топик с рукавчиками. Это балерозный. Балеро, да. Круто. Да. Оденешь ее? Да, конечно. Да, и там ничего нету. Ага. Так. Все. Смотрим. Смотрим. Так. Ой, это первый лол, у которого сгинаются вот эти вот части. Локтики, даже кисти. Так. Давайте все примерим. Да, мам? Так. Да, сумочка классная. Так, вот, выложила наши аксессуарчики. А маленькие вот эти колечки я, наверное, оставлю в коробочке. Потому что они могут легко потеряться. О, мам, а у меня есть идея. Ребятки, давайте в эту сумочку маленькую вложим маленькие кольца. Чтобы она всегда в любой момент смогла одеть свои кольца. Чтобы они не рассыпались, когда открыта эта сумочка. Да. Супер. Вот такая вот сумочка. О, ветер. Так. А у нас есть такая малышка? Какая? Вот эта такая малышка есть у нас? Нету. У наших куколках лол нету? Нету. Из всех миллионов куколок, которые у тебя есть, нету такой малышки? Нет. По-моему, маленькая какая-то была, нет? Наверное. Что это? Поранилась немного. Ну, бывает. Так. Тут заживает. Да. Так, смотрим. Итого. Экшн. Вот такая вот у нас красоточка получилась. И показать фокус. Смотрите, какая у нее комнатка. И видите кроватку? Она превращается в шкаф с книгами и с магнитофоном. Вау. С цветочком, с очень красивой гирляндой. И смотрите, сколько мусора! Мусора, конечно, очень много. Да, мусора, конечно, очень много. Но она того стоит. Да. Красивая ниточка. И оказывается, ее можно, смотри, ее можно было вот так вот подарить кому-то и держать за ручку, а мы ее все вот так держали. Ну а с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наше новое видео. Пока-пока! Пока-пока! Ждите наше новое видео! Смотрите, у меня комната крутая! Да!